Хей, hey, окей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2, да? Да. Так, походу нам нужно уничтожить инжектор, чтобы уничтожить ангела. Так я урона не нанес. Давай, валяй. Ой, вот эти вот роботы пожестче будут. Ну? Вы с моей старушкой познакомились? Ни хрена себе. Патроны? О, я вижу. Немножко, да, осталось? Еще патроны чем? Давай, давай, ну где они? Алло, ангел, в чем проблема? Мне не нужны патроны, ты мне даешь все равно не. Ау. Тебе патроны дала. Мне кажется, вот это нужно будет продать. О, Роланд. Давай. Да кто там по мне лазером пулял? Я что-то упустил? Или ангел сирена? Понял, выполняю. Что это за... А, это хил? Зона хила? Воу-воу-воу! Ты это сейчас серьезно? Там Мордекай подумал? Беззащитная девушка. Так, у меня уже скоро это. Что-то мне кажется, патроны у меня скоро кончатся. А не, у меня еще фул объем. Давай, где там? Ты отключаешь? Вот это! Ты издеваешься?
Все, где твой безбашенный грузчик? Я открою инжектор, а ты смотри, не загнись. Давай, почему он такой медленный, Ролла? Если что, я на превьюшку, наверное, ангела поставлю. Быстрее. Ролла, быстрее. Ролл, шо там, как дела? Ты ж нихера там не делаешь. Ты серьезно? Ролл, не издевайся, бля, давай резче. Готово. Давай, все. Давай, Лилит, быстрее. Не, скорее всего, поменяю этот немного. Сброшу. Мне не нужна такая турель, которая может улететь хер знает куда. Будь начеку, враг идет. Спасибо, Кэп. А я не думал, что враг, я думал, это союзник. Ой, ой. Так. Ну, допустим, я могу взять вот так, понимаете, бац. И все, она там стоит. То есть... И вот это мне потом И потом мне вот так придется бежать к турельке, чтобы ее за ней спрятаться. Нахер она нужна? Ей-богу, я лучше этот начну прокачивать. Другую линию. Давай, отключайте, вы что, долго там? Ну, ключ. Ангел, ты еще можешь все вернуть. Я прощаю тебя, малышка. Я должна тебе кое-что сказать. Вонючий козел. Что, берем ключ и валим? Своей дочери. Тот, кто заслуживает смерти.
Плюс, плюс. И... А. Она умерла. Теперь Джек не сможет пробудить воина. Ключ у нас, но этого мало. Мы должны найти и уничтожить Джека. Лилит, отнеси ключ Танис, а я займусь Джеком. Роланд! Чё, как она? Ублюдок, я тебя сейчас уб... Этот за базаром следим. Как там говорят? Не нападай на того, кому нечего терять, да? Сейчас я покажу тебе, как много можешь потерять ты. Ведь на моей стороне самая могущественная сирена на планете. Лилит, убей искателя. Мы опаздываем на встречу с воином. Сделай это, Лилит. Нет! Что произошло? Что произошло, черт побери? Ау. Найди меня в убежище. Мы должны вернуть Лили. Да уж. Жопа, что происходит? Опа-на! Здрасте. А что у нас там только по оружию минус? Меткость. Нихера себе. Урон. Патрон. Я знаю, с чем я буду ходить. Это вот это и есть, да? Бункер с оружием. Да не, это не хило. Сейчас посмотрим, что еще там. Щит, щит, щит. Да, здесь ничего такого. Да хранит вас... Так, да хранит вас Бог. Мы всех уродов. Убежище. Так, это подожди, мы в убежище были? Что за? Как тебе удалось туда попасть? Не знаю. Я не знаю. Ограбить меня. Не-не-не. Лишнего оружия не бывает. А что у тебя в магазине нихера? О! Теперь ее показывают. Что-то не то. Джек залезает мне в голову. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия неразделимы. Так. Радик. Прощай, друг. Если пойдешь в другой магазин. Так, нужно к этому сходить, еще взять здесь заданицы. У нас кидану. Ой, сразу это. Бам. Ну ты чмо. Возврати денег даже не мечтай. Ты где шарик? 600 патронов. Это огромный скак. Боже мой, что ему нужно? Какого хрена тебе нужно? Так, ну там в подарок будет снайперка. Но я не уверен, что лучше, чем вот это, где 23 патрона. Не намерен. Ему нужно время, чтобы... У меня к тебе дельце есть. Поэтому тебе нужно успеть добраться до воина раньше. Его местоположение можно узнать только в информационном форте Гипериона. Двигай туда. Ну смотрите, у нас довольно много заданий снова появилось. Люди Пандоры, моя дочь. Я
несколько недель назад и дал ему 10 баксов вместо одного. Отыщи его и забери 9 баксов, которые он мне должен. Он бормотал «выходи, Вайс», когда приходил ко мне. Может быть, ты найдешь Кая по его передатчику. Зет? Роланд мертв? Бог ты мой. Помню нашу первую встречу. Я вылечил его после того, как он прикончил парней Девятипалова. Он казался нормальным, тихим, но... черт, я... Мне жаль. Он заслуживал лучшего. Знаешь, что мне в тебе нравится? Ты не задаешь вопросов. Если принесешь мне куски пары существ и не станешь спрашивать, зачем они мне, будет отлично. Так. Это тупо. И это говорит ублюдок, который сам все и украл. Эй, Джим, ты слишком быстро нашел виновного. Да ну, ребята, мы же друзья, спокойнее. Это полный тупик. Эй, искатель хранилища, поможешь? В общем, это долгая история. Нет, короткая. Я пишу короткие рассказы. Мы должны были разделить добычу на четверых, но кто-то успел стырить ее раньше. Эти идиоты все еще орут друг на друга. На связи помощник шерифа Фридман. Может, окажешь мне услугу и заткнешь им глотки, чтобы я мог снова вздремнуть? Знаешь, что только один из них скажет тебе правду, остальные трое лгут. Если узнаешь, кто из них обокрал остальных и пристрелишь его за меня, будет здорово. Так, поговорить с Лэнди. Только между нами, ладно? Добыча украла Октавы, когда мы с ним раз... Так. Эти деньги я ему нет, не надо. А он такой, да, крошечка, украду. Слушай, исходя из того, что мы знаем о человеческом сознании, я могу быть уверен только в одном. Я не крал деньги. Я могу заглянуть в свой мозг, и я знаю, что мой мозг их не крал. Если бы я мог заглянуть еще в чей-то мозг, то помог бы тебе, но, к сожалению, я могу говорить только за себя. И это я сейчас и делаю. Говорю, что я не крал эти деньги. Хорошо, а ты что скажешь? Деньги украла Сэм, это точно. После того, как она и Окантлер... отпраздновали успешное ограбление. Я видела, как она прячет добычу себе в штаны. Сэм брешет. Ну, ребят, если... О, у тебя не этих самураев. Чел, блять, ну у тебя, алло, сумка с деньгами сзади. Думаю, деньги украл Джим. Но мы же были друзьями. Печально. Но, может быть, мы чем-то научились? Да, мы узнали, что деньги Джим украл. Эй, спасибо тебе, удалось попасть с 75. Возьми вот это. Что мне дали? Нормальный щит? Херня. А, стой, что? А, дзинни, если вы берете закон в свои руки, то исцеляйте себе, когда закон начнет. Если заряд на нуле, вас охлаждает так. Ярость, в результате чего атаки в ближнем бою наносят дополнительный урон. Что значит дзинь? Скорее всего, за... Если я буду получать урон, мне будут бабки, дай давайте. Или по типу того. Так, мне осталось поговорить с Мокси. Холодильник, убежище. Пятого убежища не знают о Роланде. Если бы не он, никого из них не было бы в живых, так что... Можем рассказать. Джек убил Роланда? Вот сукин сын. Роланд помог мне разобраться с мистером Шанком, и в отличие от почти всех вокруг, он всегда вел себя как джентльмен. Я даже не знаю, что сказать. Да что же, да я плачу. Так, и остался... О, привет. Атю. Тут. Никогда не забуду, как Роланд и пацаны сыгали через промоины. Вовремя. Блин, аж что-то взгрустнулось. Ты уж там шлёпни Джека. Пожалуйста. My chest feels like it's gonna collapse. Так, ладно. Давай с тобой. Если бы Роланд не заставил меня уйти в убежище,
Меня бы сейчас не было в живых. Я неприятно удивлена тем, что я огорчена смертью Роланда. Так, и остался только Брик. Мордекай рассказал мне про Роланда. Вот что мы сделаем. Похороним Роланда и спасем эту планету. И мы убьем Джека, его сообщников, его друзей, его семью, всех, кто с ним был! Мы сдерем с них кожу их же погаными зубами! Извини. Да, наши пути разошлись, но Роланд был моим другом, и никто, никто не смеет обижать моих друзей! Извини, что взвалил это на тебя, но кто-то должен был им сказать. Я передал код оружейный Роланда на твой эхо. Крыло, все так. Если кто... Спасибо за поддержку. А, так вон что. Это утешит. С моей собакой Джек возился дольше, чем с твоей птицей. А, это вот лапки собаки, да, у тебя на шее, как я понял? Фигня. Не смотри. Фигня. Такое не очень, на самом деле. Смерть Роланда не должна быть напрасной, Амиго. Найди Джека. Убей его. Да купи уже что-нибудь. Там. Загляни ко мне позже, я выставлю. Так, ну в принципе, смотрите, что мы можем сделать. У нас уже это задание вообще старое. Поэтому, мне кажется, лучше отправиться их выполнить. А потом идти на вот эти более-менее которые задания. Пески, Ингвич. Не хватит флагов. Гоу, Лингвич сначала. Короче, в те локации, где мы уже были. Лингвич, пески. Потом мы отправимся уже, может быть, в следующей серии. Кислотные пещеры. И в дырку. А, найс, я понял. Ха, не в ту сторону. Что сверху? А, типа, когда я сюда вошел, да? Типа, меня спалили. Да-да-да, постреляйте, найдите огромного скага. Ага, вот как раз я вам и говорил об этой вот пещере. Видите, там огромный скаг. Ну, блин, мы что, будем убивать своего... Истребитель, Дима... Так это ж наш друг, алло. Мама? О-о-о, слушай. Оу! Хорошо, что я прыгнул, да? Мне кажется, нужно добить. Пока могу. Бросаю гранату. Давай. Да ё-мо, ты издеваешься? Ты всё-таки спас этого малого скага. Фух. Думаю, теперь ты его новая мамка. Ну или вроде того. Так, я забыл это. Обнулить. Сделай
Пошла! Нихуя! Серьезно? Фу-ху-ху. А, смотрите, лучше тогда этот использовать. Почему? А ну-ка. Еще одна машина. Нет, это снайперка в минус. Я не хочу использовать вот эту, где... Потому что здесь нету прицела. Ясно, что она очень, очень, очень мощная. На то, что... Такое... Да. Не очень мне нравится эта снайперка. Урон бешеный, согласен, да, здесь... Пфф, бесспорно. Тринадцать к урона, просто въебало. Не знаю. Там есть прицел, здесь нету прицела. Ну, как нету? Ладно, подождите. Да не, как бы есть прицел. Ну блин, ну вот это будет помощней из-за патронов количества. Подожди, так... Ты хуже, чем вот это, что ли, по вижену? Да, прикиньте. Тома, заткни ебал, пожалуйста. Либо я тебя ударю. Молодец. Я решился. Я знаю, что буду, с чем я буду ходить. Тут это снайпер. Высокое качество, низкие цены, никаких гарантий. Тут этой снайперкой. Ой, стоять в магазин, вот он. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия неразделимы. Это там. Не умирай, я потеряю источник дохода. Так, пески. Поехали. Ну, давайте выполним, короче, пески и закончим. Берем. Потому что мне же там места не хватает, считайте. Не, как бы, если был бы херовый прицел, а здесь, видите, вижен, ну, более-менее, ладно. То есть, в мушку можно прицелиться и убить легко. То есть, за то, чтобы пока с этой побегай пушкой. Плюс, основная у нас мощь, это в пистолете. Ну подумайте, крит в голову 13 тысяч. 13, Карл, 13 тысяч. Это тебе не 4 тысячи, как в том, той снайперке. А, ну да хуя. Взять части пауков-муравьев. А, так и все. Муравья-паука выглядят что надо, но когда я начну их использовать, они будут выглядеть примерзко. Это приятно. Ну, видите. Да, то есть скорострельное здесь не позавидуешь. Но в остальных случаях оно нормально. Да, перед выстрелом.
предстоит время много потратить. Блин, да, вот это что только выстрелы, медленно, очень медленные. Да, видно, ладно. Ну, в принципе, ту я убил с помощью... Да хотя, блин, я не знаю. Это спорно. Ну, по идее, это должна быть самая мощная снайперка вообще из Borderlands. Так, врагу из монстров. Тут как раз в убежище, там сейчас и сохранимся, и там и останемся. Да, в следующей серии пойдем все-таки вот это в ущелье. Или куда-то еще. Точно, стоять. 213. Сбросить. Говорят, Роланд грохнули. Не может быть. Это гиперионский пудрит. Пудрит. Рад тебя видеть. Вот большой. Мне больше не нужно. Так, собрать части раков. Где? Сердце пустоши, кладбище. Так, давайте, ладно, прокачаемся по уровню. Тролли раз. Угу. Вот это прокачаем. Так. Мне кажется, лучше сюда и прокачиваться, чтобы пойти в турельку. Здесь, ну что, навык убийства, уничтожая врагов. Скорострельность повышается. И уменьшение дачи. Не знаю. Сколько мне осталось? 5, да? То есть я могу где-то здесь лучше, чтобы прокачать. Так, защита восстанавливает 1 в секунду. Время 10 стихийного урона. Ну, блин, я не знаю, здесь вот это. Лучше тогда урон, по которой работает. Смотрите, у нас же без... Вот это нужно прокачать. А, сейчас будем вот это вкачивать. Все, давайте тогда на этом заканчивать, поэтому я же все сделал, что хотел. Ух, давай с этим еще закончим. Урон, емкость щита. Урон, шанс уменьшения дачи. Урон, скорострельность. Шанс, урон, маг здоровья. Урон, шанс, скорость подзарядки. Урон, шанс, урон, маг здоровья. Шанс, урон, скорость подзарядки. Урон, скорость подзарядки. Урон, шанс. Ну все. И то у нас какие теперь эффекты? Вообще мало процентов. Ну, не важно. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.